Друзья, мы в центре с вами Батуми. Сейчас посмотрим на город. Сейчас вышел из маршрутки и, представляете, заплатить забыл. Такая система, что платишь после того, как выходишь из такси. Что-то я, короче, забыл, бесплатно проехался до города. Вот. Тут такая неприятная особенность еще интересная. Как только в город попадаешь, на тебя нападают сразу, значит, цыгане. Маленькие, большие, разные, больные, здоровые. В общем, клянчат деньги. Не очень приятно, но тем не менее, это как бы, ну, вы с этим столкнетесь, когда приедете в этот замечательный город. Сзади меня канатная дорога, она поднимается там наверх, соответственно, сейчас я вам покажу. Стоит недорого, что-то порядка 15 лар. Здесь у нас порт. Ну, там где-то вдалеке мой дом, где я живу. Вот она, канатная дорога. Туда далеко, вдаль уходит, соответственно, вагончик, 4 по 5 человек. А вот цыгане, о которых я вам рассказывал. Вот они выклянчивают деньги периодически. Различные улочки. Мы, кстати, с вами пропустили парк, я немножко его проехал. Там дедушки играют в кости, в азартные игры. Вообще город очень азартный, очень много казино. Турки любят сюда ездить поиграть, да и не только турки, много кто ездит сюда поиграть. Вот таких вот площадок велосипедных здесь достаточно много. Велосипед стоит 5 лар, берете на час, паспорт, ксерокопию там или скан делаете, фотографию, ребята, вам. И едете, соответственно, катаетесь по городу, тем более, что покататься здесь есть где. Сувениры все как обычно. Это шинфура, да? Здравствуйте. Красивые. Ручная работа? Да. Сколько стоит вот такой? 150. 150 лар? Да, это тоже 150. Все продавцы здесь разговаривают на русском. Без проблем можно спросить, договориться обо всем. Любопытные тут шныряют. Классный, в общем, город, ребят. Я здесь уже второй раз. Сейчас вот специально приехал сюда на велосипеде покататься. В прошлый раз у меня паспорта с собой не было. Сейчас вот покатаюсь на велосипеде и покажу вам основные достопримечательности Батуми. В принципе, многие говорят, что город можно обойти пешком. Ну, наверное, это верно. Но чтобы это сделать, ноги надо стащить по самую задницу. Потому что я только один пляж уже, я говорил, по-моему, там порядка 2 часов занимаюсь, чтобы быстрым шагом обойти. А чтобы побывать в других частях города, ну, соответственно, день-то точно вас займет. Помимо велосипедов еще здесь доступны такие моторикши. На 4 человека, на 2 человека тоже можно покататься. Рыбаков очень много. Местные любят здесь порыбачить. Мы сейчас с вами на противоположном берегу. Вид здесь, конечно, тоже шикарный. Вот, смотрите. Там вдали есть церковь. Сейчас я попробую приблизить. Ага, вот она. Вот она, родная. Чтобы туда забраться, я, честно говоря, даже еще не интересовался, как это сделать. Может быть, и зайду, если успею. Вот, ну и вот такой вот вид, значит, смотрите, какая красота. Горы, море. Все, как мы любим. Сейчас я попытаюсь вам приблизить, где я живу, на той стороне, в Махинджауре. Так, что-то не то. А, ну вот, да, вот, смотрите, вот эта арочка. И вот чуть-чуть дальше там, соответственно, у подножия вот этой возвышенности, где я был, вам показывал, где восход встречал, соответственно, вот здесь, вот где-то вот по центру, там ниже вот я нахожусь. Здесь все очень здорово продумано, отдельно, соответственно, велосипедные дорожки. Они по всему городу, собственно говоря, расположены вдоль всего города. Ну и пешеходные, соответственно, слева, справа. Еще такая интересная особенность. Здесь очень много приезжих, соответственно, очень много отдыхающих. Очень много русской речи, иностранной речи. Турков очень много, надо отметить. Вот. Вот самих как-то вот девчонок грузинских я особо не наблюдаю на улицах. Не знаю, может быть, они работают. Я тут бездельник, болтаюсь. Очень много иностранных, да, всяких разных, в том числе и русских. Девчонки красивые, загорелые ходят, все дела. А что это за штука у вас такая стоит, вот эта? Дом дядя. А, это как раз чачу где раздают, да? А сейчас не раздают?
Спасибо. В общем, ребят, это называется дом Чача. Она периодически открывается, но никто не знает когда, и поэтому, ну, можно здесь найти, скажем так, очередь желающих в надежде, что она откроется и польется вот эта вот живительная влага, да, 40-градусная или сколько она там. В общем, алкоголь здесь раздают бесплатно вот этой замечательной башне. Там вот, вот это колесо обозрения, которое мы с того берега смотрели, оно светилось такое в огнях, вот оно. А зонт полетел. Вот тут такие здания, башня с часами. Смотрите, это, я так понял, городские велосипедные парковки. Соответственно, в одном месте взял велосипед, заплатил деньги. В другое место приехал, поставил велосипед. Эти красавицы здесь, на каждом суденышке буквально. Поездка стоит недорого, порядка 15 лат. Можно вечером покататься будет при желании. Вот эти вот штуки, я не знаю, как они правильно называются, дельтапланы, что ли. В общем, стоит 400 лар. Дорого, жутко, но 15 минут можно над вот этой красотой полетать. Ощущение, наверное, классное, если там говорить. Тут у нас офигенная, на самом деле, инженерная мысль. Сейчас поближе вам покажу. Так, видите, вот здесь на нескольких языках нас интересует, естественно, русский. Это значит, у нас Алиенино. Движущая скульптура любви. Ну, в общем, произведение посвящено двум влюбленным, да? Они, значит, ездят, расходят. Сейчас вам покажу. Ну вот, ребята, они, короче говоря, движутся, а потом подходят друг к другу. Двигаются они очень медленно, поэтому, ну, ждать, наверное, не буду. Может, они как-то друг, ну, сквозь друг друга проходят, я не знаю, конечно. Смотрите, там такие металлические штуки. Может быть, так и есть. Смотрите, да, надо было заморочиться как. Вот такая вот романтика в Батуми. Парк рядышком, посмотрите какой. Можно в теньке посидеть под деревом шикарным. Вот это творение Мишико. И огромное просто, ребят. Не видно абсолютно конца этой набережной. Я говорю, чтобы ее пройти, надо реально попотеть. Вот такую штуку проще на четырех взять и погнать. По набережной кататься. Пляж, кстати, начинается вот практически, вот где мы зашли от статуи Нино, да? Вот он прям начинается, и вот до самого, ребят, вот конца вообще огибает весь город, соответственно. А, смотрите, какие красивые девчонки. Пляж, я уже сказал, отличный. Там, соответственно, кабиночки у нас для переодевания. Здесь вот душевые, которые работают, да, с четырех сторон вода льется. Правда, что-то сейчас не льется, обычно вроде есть. Это Черное море, ребят, соответственно, здесь галька, никакого песка нет. Если хотите комфортно здесь ходить и в море заходить, соответственно, нужны тапки специальные. С дырками, я, конечно, без тапок. На третий день, на самом деле, ноги привыкают, но первый раз, конечно, неудобно, некомфортно. Хочется отметить еще полицейских, они здесь на каждом шагу, ребят. Правопорядок здесь, конечно, на высшем уровне, как в каком-нибудь европейском городе, это очень радует. Это местная какая-то достопримечательность, мужчина с сердцем. Очень много подобного рода ресторанчиков. На протяжении всей набережной можно посидеть, отдохнуть, покушать. Здесь салон тату, тату-си бьют.
прошлый раз, когда был здесь, соответственно, ребята прям на лавочке сидели, им татухи били. Красота. Здравствуйте. А вы прям настоящие татуировки делаете или есть возможность что-то временное сделать? Временное можно, да? Сколько стоит? 5 лари? 5 лар начинается. Что еще раз? 5 лар начинается. А, 5 лар начинается, я понял. А из чего делается? Ну, хна или что это такое? Хна, да. Это хна. Я понял, а долго она будет болтаться на руке? Не знаешь? А, я понял. Ну покажи, что там у нас начинается от 5 лар. Что можно набить? Ну вот это маленький, да. Маленькое что-то, да? А что по времени у нас займет? Сколько делать будешь? Ну, большой... Ну, вот такой, как у тебя на руке. Как на руке у тебя. Сколько будет делать по времени? Сколько я здесь сидеть буду? 10 минут. 10 минут, да? Да. Так, ну давай что-нибудь выберем. Хотел себе хной что-нибудь набить, да что-то никаких рисунков интересных не нашел. Hello. Так что идем дальше пока. Вот такие лежаки, ребят, на пляже здесь есть бесплатные. Можно спокойно там полотенце постелить, полежать. У нас спасатель Малибу. А эти, как его, покрышки такие? Помните, что-то душ, кстати, не работает. Покрышки, странная и штука. И я в прошлый раз был, все работало. Ну, а вон лежаки, которые идут платные. Соответственно, там за одну штуку, вот насколько времени не уточнял, ну, короче, 3 лари стоит. Можно взять в аренду полежать. Хочется, ребят, еще подчеркнуть батумский городской вот этот контраст. Современные большие высотные здания, 50-этажки и абсолютно, знаете, какие-то трущобы. Маленькие, бывает даже многоэтажки, но такие трущобы. Сейчас я вам покажу. Кстати, забыл сказать, пальмы вот такие здоровские, посаженные по центру, прям до самого, от начала до самого конца. Представляете, какая красота. Привет, дорогой. Как обещал. Пришел, да? Да, пришел за велосипедом. А что это самое? Есть хороший велосипед, то куда садиться? Есть. Какой? Любой, красный. Красный, зеленый. А что, давай я тебе паспорт отдавать не буду, ты сфотографируешь просто. Надо мне зачем? А? Надо мне зачем? Да? А что ты с паспортом моим пойдешь куда-нибудь? Доверяй. Доверяешь? Доверяй. Красавчик, спасибо. Ну, ребята арендовали велосипед. Дело пойдет теперь быстрее. Спасибо, дорогой! Привет! Обязательно! Ну все, ребят, движуха пошла, вообще красота. Быстро поехали. Я вот этому мужику в прошлый раз-то обещал, что я в него велосипед возьму. Вот, слово сдержал. Ну вот, друзья, о чем я вам говорил. Вот эти шикарные небоскребы и вот такие вот трущобы. И они буквально один через одного идет. Вот такой вот контраст интересный в Батуми. Ну и периодически, знаете, еще встречаются какие-то вот старинные здания, очень хорошие, красивые. Или под старину, в стиле рококо или барокко. Один момент, ребят, не учел, короче, шляпу сдувает. Как разгонишься? Что с этим делать, не знаю. Добрый вечер. Сам я отсюда. Из Твери. А? Из Твери, из России, да. Куда нам доехать? 200 метров, да? Макзарский площадка. О, только что нас тормазанули. Сказали, что езжай на красную площадку, нельзя вот здесь ездить. Вот, ребят, современные высоточки красивые строятся, да? И уже действующие есть. Вот это вообще такая многоэтажка большая. И вот они, трущобы. Девятиэтажки южноские. Ну, на самом деле, на велосипеде кататься не так круто, как мне представлялось. В одну дорожку вот эту укладываешься, и вот ты должен на ней кататься. Вообще что-то не по кайфу, пешком интереснее. Потому что пешеходно можно везде. Вон они по дорожке красной ходят, и по набережной. Где мы только пешеходы не ходим. Пешеходы — это круто. Это такой мини-лабиринт. Всякие вот такие вот здесь вот
гамаки для влюбленных. Красота. Вот там вот забор, набережная еще, соответственно, ремонтируется. И вот он там идет еще черная, откуда я вот туда еще не заходил, сейчас на велосипед туда съезжу. Знаете, друзья, несмотря на то, что здесь есть на что посмотреть в этом замечательном городе, да, все очень круто, все классно, меня все-таки привлекают немножко другие вещи, да, я вам сейчас покажу. Мне больше нравится вот такая красота, ребят. Вот такая красота окружает этот чудесный город Батуми. Смотрите, как здорово. Я завтра собираюсь поехать в этом направлении. Подглядел подсказку, Кетский район. А вот такое вот озеро. С фонтанчиком. Давай с барса что-нибудь. Вечерний Батуми, ребята. Подсветочку над палинами зажгли, видите? Поехали покатаемся на катере. Отлично. В туалет на лодку пробрались. Ух, жарко, как танцует. Кстати, прогул стоит всего лишь 10 ла, ребят. Вообще недорого, покататься, милое дело.